Владимир Путин по окончании приема в честь годовщины Победы встретился с супружеской парой из Франции. Жан-Клод Маге и его жена Мишлин в канун праздника Великой Победы передали свои семейные реликвии – орден почетного легиона и военный крест с пальмовой ветвью семье российского спецназовца Александра Прохоренко, геройски погибшего при освобождении Пальмиры. Президент России поблагодарил французов за этот благородный и трогательный жест. Супруги Маге рассказали, что были потрясены, узнав из новостей о подвиге Александра Прохоренко, и тогда решили передать в знак уважения хранящиеся в их семье высокие награды Франции семье русского офицера. Ордена почетного легиона в свое время удостоился посмертно дядя Мишлин Маге за участие в сопротивлении. Вторая награда – военный крест с пальмовой ветвью – принадлежал отцу Мишлин, который служил в танковой дивизии во время Второй мировой войны.